Камбэкхолл. Камбэк. Вы видели? Слышали эту трубу в конце? Да. Блин, что это было? Что мы сейчас посмотрели? Вы можете понять? Нет? Девочки, будьте загадочны, потому что у нас сейчас реакция на One Us. Вы знаете, да, все моего беса Лиду, как бы не забывайте про него, смотрите чаще на него. Почему только твоего? Почему только Лиду? Дико извиняюсь, но просто, ладно. Ну да, выделяться своим талантом. В общем, ребята, вышла новая песня Come Back Home. О боже, они мне говорят, возвращайся домой. Возвращайся домой. Так. Так, Магда нам включит. Я хочу настроить, чтобы все было как полагается. Давай. Поехали. Вы вообще готовы, нет? Да, ну, мы любим эту группу. Мы давно не смотрели их, согласен. Очень давно мы любим эту группу. Но еще, дорогие подписчики, большое спасибо, что именно вы для нас открыли эту группу. Мы делали на них несколько реакций. Если вы не видели, если сейчас попадутся фанаты данной группы, да, пролистайте просто, у нас есть на них реакции. А мы прикрепим в конце. Вот. Обязательно. Ребят, поехали, давайте насладимся. Давайте. Ой, хоть бы это было так же круто, как и предыдущий. Боже, дополнительно. Очень красиво уже. Кто его туда? Слушай, это очень... Я этот зал где-то видела уже. Прочитала твои мысли? Конечно, где-то. Вот он. Там даже... Вау. Я дайте победу впечатлен! Вот! Они убивают этих! Корейские рыцари! Это не рыцари, они охотники! Точно! Какая хореография, ребята? Охотники за нашими сердцами, ты имела в виду? Вау, мимика! Вау! Вампиры? Ты это видела? О май гад, ты видишь, у него есть светлый... Стоп! Ребята, я забыла, что это такой голос. С белыми волосами. Да. Вы замечаете, у них во всех клипах такие шикарные костюмы. Да. Шикарные. Шикарные просто костюмы, шикарные локации. Да. Но здесь декорации, а там было остальное. Слушайте, это очень круто звучит. Надо в фильмах сниматься, да? Бит напрягающий, да? Ой. Такой. Ой, я не могу. Don't cry. Это Лито красиво как. Ой. А он сам умрет? Ой, боже, какой вокал! Что это было? Тот момент, когда клип, песня вместе, вот этот момент. Боже, он. Честно! Боже мой! Боже, хорега, я сейчас умру! Дэнс-практика, надо посмотреть срочно! Вау! Это... Слушай, мне кажется, он звезда здесь! Это
мега впечатляющее видео. Меч короля Артура. Вау, ребята, просто вау. Игра престолов? Что это? Камбэк Холл. Камбэк. Слышали эту трубу в конце? Блин, что это было сейчас? Что мы сейчас посмотрели? Вы можете понять, нет? Я так была захвачена во время просмотра клипом, что даже в начале, до момента, как вот этот вокалист показал все свои шикарные данные голоса, что я даже прослушала песню, понимаете? Вот очень круто. Клип меня просто проглотил буквально. Я не знаю, это что было? А танец? И как ты сказала, дэнс-практика, пожалуйста, включите. Полис-студию называется. Знаете, мне так нравится, что встречаются вот такие клипы необычные. Это так круто. Я обожаю фантастику. А и тем более, что-то связанное с мутантами всякими, с вампирами. Да. Это моя любимая тема. Я думаю, что здесь разная тематика разных известных фильмов и экранизаций. Да. Ребят, что я хочу сказать, то что... Что меня очень впечатлило, как Магда говорит, что это нереально крутое видео. Это крутая работа на уровне с фильмов, очень захватывает, очень именно затягивает тебя, как болото вот затягивает, и ты не можешь ничего слушать. Я почему говорила, что очень такой бит, знаете, он тебя в волнении там держит немножко, и ты не знаешь, что сейчас будет. Я смотрела с открытым ртом, с мурашками, просто хотела очень много кричать, но так как мы снимаем видео, как бы не особо получится. И, конечно же, безупречная хореография, одна из самых крутых, которых я видела в последнее время. Да. Очень крутая хореография, ребята танцуют отменно. Тут трюки какие-то, не просто танцы. Да. Вы заметили, заложен... То есть не просто танцуют, а заложен смысл клипа. Да, это очень важно. Насчет зала, это театр или опера, я не знаю, но это очень часто в разных кей-поп-клипах мы его можем наблюдать. Ребят, я очень впечатлена, вы о нас, вы на самом деле очень круто. Слушайте, а вот этот момент, где вокалист поет и лидер, знаешь, это все вместе, в этот момент, когда он... Да, кстати, я знаете, что хотела? Извини, что перебью тебя. Я хотела убить того, кто это придумал. Я не могла насладиться вокалом одновременно и посмотреть, что происходит. Да, да. Это было сильно, когда и вокал одновременно, и момент такой был в клипе. Я так это тоже что делать? Мне кажется, я с открытым ртом сидела. Не уверена. Это очень интересно. Это очень было. Слушайте, я прямо в шоке. Ребята, раскройте нам секрет клипа. Мы вообще не знаем ничего о нем. Поэтому познакомьте нас... Особенно фанаты, они определенно и точно знают, что о чем и что к чему. Пожалуйста, пишите нам. Ребята, с вами были XMM и с вами была Ванас. Обязательно продолжайте нам рекомендовать. И благодаря вашим рекомендациям мы знакомимся с новыми ребятами, с новыми девчонками. Мы любим вас, любите нас. С вами были XMM. Ждите новых реакций. Да. Пока-пока. Пока-пока. Как ты вообще... А когда он... Мне понравился момент, когда он его захватил. И сам. И потом показывают вот в театре, где он... Я продолжаю снимать. Туда. Пока, ребята. Пока. Пока.